Всем привет! Сегодня воскресенье, хорошая погодка. Мы едем на озеро. Попробуем показать вам одно из финских озер в столичном регионе. Озеро Ойта в Эспо. Посмотрим, поедем, позагораем, покупаемся, что там и как. Вот мы уже на Ойта. Здесь хорошие условия для машин. Очень огромная парковка. Нет больших беспокойств, что вы приедете и не найдете парковочное место. Хотя это тоже вполне реально. Но все-таки здесь очень много парковочных мест, бесплатных. Что не так часто встречается в Финляндии. Вот парковка для мотоциклов, мотороллеров. Наверное, все знают, что в Финляндии практически вся молодежь ездит на мотороллерах. И чтобы они не занимали места для машин, для них специально отдельно сделано. Вот хорошая территория. Можно поваляться или на травке, или потом на песчаном пляжике. Народу много сегодня. Вот здесь... Все-таки Ойта, мне кажется, больше подходит для отдыха с детьми, потому что здесь как бы для детей все очень хорошо обустроено. Большая тематическая площадка Angry Birds. Две локации. Корабль свиней-захватчиков и счастливый остров птичек. Вот. Все это с хорошим мягким покрытием на полу, то есть особо беспокоиться о том, что ребенок упадет и разобьется или что-то раздерет, не стоит. Здесь это все предусмотрено, так что детям здесь раздолье. Ну и взрослые, я вам скажу, тоже не прочь покататься из горочек на качельках. Кафешечка есть, но цены, конечно, в кафешечке приличные, поэтому основная масса финнов, так же как и мы, предпочитает взять что-то перекусить с собой из дома или заехать в магазинчик что-то купить, какие-то булочки, лимонадик. Вот, собственно, песчаная часть пляжа, народу, повторюсь, сегодня очень много. Но, к сожалению, покупаться нам не удалось, потому что вода холодная. Есть вот такой загончик специально для маленьких детей. Он огражден вот такой вот ленточкой. Дети там купаются, плещутся. Спасатели здесь сидят постоянно. И на вышках, и по озеру плавают на досках. Ну, как я говорил, вот это низкая площадка. Пойдем птичья ее, так сказать, часть. Ну, давай, пошли быстро. Вот. Горочки. Дети, вот видите, как я и говорил, взрослые катаются с детьми своими. Оп. Так что детям раздолье вообще хорошо. Так что рекомендую, конечно, больше этот пляжик для тех, кто едет с детьми. Ну, вообще здесь как бы для тех, например, кто едет на отдых из России или откуда-то, вполне нормальное место здесь. Можно арендовать маленькие домики или же арендовать место под трейлер свой. Все это за отдельной территорией, ограждено. Здесь есть, и я видел там что-то типа маленького гольф-поля. И можно арендовать и велосипеды эти с толстыми колесами, я не знаю даже, как они называются, эти монстры. И лодочки, и доски, на которых плавать. То есть... По-моему, даже можно арендовать квадроциклы. То есть это такой центр отдыха, который, ну,
подойдет, я думаю, что для большого круга любителей разных мероприятий. Женька! Кстати, здесь пляжик тоже, помимо детских площадок, он оборудован и хорошими переодевалками, и душем, и туалет хороший, все чистенько, все убирается. Газончики все подстрижены. В этом вообще никаких нареканий. Периодически здесь проводят еще всякие мероприятия. Вот. Так что вот здесь есть несколько площадок для волейбола. Можете поиграть на волейбол. Вот здесь какие-то песчаные скульптуры сегодня были. Какой-то ресторан, рекламную акцию, видно, сделал, я не знаю точно. Но насколько видно, что в этом участвовали товарищи вот с России, с Украины, с Латвии и Виталий Суоми, Корея, Южная Корея. Сделали вот таких вот песчаных монстров, непонятных мне, конечно, там в основном, но весело, прикольно смотреть. Честно скажу, что в прошлом году в Питере мы были, и там у Петропавловской крепости, конечно, был фестиваль песчаных фигур, там, конечно, было намного посолиднее. Ну, все-таки. Вот, кстати, сами эти велосипеды, которые тоже можно взять в аренду, покататься по окрестностям. Вот. Ну, вот мы уже дома. Съездили, все-таки позагорали. Покупаться не удалось. Водица нас не порадовала, очень холодно еще. Не прогрелась, все-таки теплых деньков еще не так много. Что могу сказать, в общем, по озеру Ойта. Хороший семейный отдых для детей. Мне лично оно не нравится, потому что я люблю купаться. И меня не устраивает условия купания на озеро, это потому что илистое дно, очень быстро свал идет на глубину, и даже не в этом проблема, все-таки вот это илистое дно, ты идешь и месишь ногами вот этот ил с травой, и я это не люблю, я все-таки привык, мне очень нравятся условия, как у нас в Эстонии, Чудское озеро, песчаные пляжи, все тойло, морской берег, Норвис вообще вне конкуренции, помимо того, что это морской берег, это еще полностью песчаный берег. Здесь все-таки с этим проблематично немножко. То есть это вот то, из-за чего мне не нравится Ойта. Но во всем остальном рекомендую. Но можно хорошо отдохнуть, провести время, тем более если компания, даже если сюда поехать, там можно поиграть и в пляжный футбол, есть площадки, и баскетбол, и волейбол, и детям, и можно взять с собой маленькие одноразовые грили, люди делают там, как бы мы сами не делали, но делают люди, маленькие эти грили берут, с большими этими грилями не видел, но вот эти маленькие берут, делают, да. Так что приезжайте к нам, отдыхайте. Я думаю, что в принципе здесь на любой цвет и вкус, и кошелек, отдых есть. И вкусы у всех людей разные. Мне может это не нравится, а кому-то наоборот по кайфу. Спорить не буду. Так что сезон еще только начинается. Позже покажем вам еще другие места, где можно у нас в Финляндии, в столичном регионе отдохнуть, позагорать, покупаться, что-то сравним, посмотрим, покажем. На этом все, пока. Делимся нашим каналом, ставим лайк, подписываемся. Всем пока, хорошего отдыха.